Уже в этот четверг, 7 июня, в картинной галерее откроется уникальная выставка работ славянского художника Ивана Емельяновича Гончарова. Будет представлено более 40 картин, многие из которых никогда не выставлялись и не были известны широкой публике. Но картины нашего замечательного земляка-художника – это не единственная причина, почему именно в этот день стоит посетить картинную галерею. 7 июля в 17:30 в картинной галерее состоится презентация особенной книги «Остаться собой или жизнь русского Ван Гога». В художественно-документальной повести рассказывается о жизни и творческом пути славянского художника Ивана Гончарова. Особенностью книги является то, что она живая. Если скачать приложение на телефон и навести экран на любую фотографию из книги, она оживет. Друзья и знакомые художника поделятся о нем своими воспоминаниями. Очень многие считали художника Ивана Гончарова нелюдимым. Он действительно не очень любил компании, что особенно что последние годы. Он полюбил тишину. С помощью эффекта дополненной реальности картины Ивана Гончарова оживут. Прозвучат песни и стихи о его творчестве. Легко быть в юности максималистом, рубить с плеча, сжигать дотла мосты и верить в то, что есть на свете пристань, куда причалишь на рассвете ты. Там до утра свеча в огне пылала, там та ждала, кому так дорог ты. Как в юности терпенья не хватало, как рушились хрустальные мечты. Приобрести эту уникальную книгу с автографом автора можно будет во время презентации, которая состоится 7 июля в 17:30 в картинной галерее, а также на сайте emelyanovichart.ru.